Гражданский супруг певицы Максим ушел от нее к Елизавете, дочери миллионера и депутата Госдумы Александра Брыксина. Сообщается, что 34-летний бизнесмен Антон Петров бросил Марину Максимову и женился на Елизавете. К слову, Антон и 21-летняя Лиза зарегистрировали свой брак в одном из ЗАГСов Москвы еще этой весной. Но большое свадебное торжество решили устроить 26 сентября. Марина очень тяжело переживала измену. Она мечтала о полноценной семье. Но Антон, видимо, решил иначе. До последнего Марина надеялась, что Антон вернется. Но этой весной он сам внезапно поставил точку, расписался с Лизой. Для Марины, которая узнала о событии через окружение, это был страшный удар. Но она нашла в себе силы жить дальше, поделилась подруга Максим Регина. К сожалению, мы не смогли стать семьей, чего скрывать. Жизнь непредсказуема, любовь проходит, пусть он будет счастлив, сказала Марина Максимова журналистам. Бизнесмен Петров и студентка факультета искусств МГУ Брыксина познакомились весной 2014 года. Тогда Антон уже несколько месяцев встречался с Максим. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!